Демекайс в этом дошлар, и дам на сызге воде и ткене, так, базум студия, дам мусафор лерам с беклена левия, гузель субетам с дашам да оладжах, ве тез день келенгас сызге воларна так диметеек. Сосен доузен из коргендерсенас, вешем да, а да, якша кореджеснас, базам маса мазда некадар, кубок ларбар, грамота ларбар, вебу, да, эпоса дегель, вебу, эршей, базам мусафра мазнан, галип лередер. Вебас мусафра лера мазнан, так димит, мегяша камас, базам студия мазда, первомайский, кой меденьет эванан мудира, карагос, вокаль инструменталь ансамбльнан, гребера, энвер, ягьяев, вешу ансамбльнан, солист, Халхара Ярыш ве фестивалер лауреаты Екатерина Астраханцева. Селям алейкум. Кош келді на студия мызға. Как ваше настроение, как началось утро, как добрались, потому что вы приехали к нам издалека. Да. Катенька, как дела? Хорошо. Инвара, как добрались? Саулна, все хорошо. Ну, рано проснулись, доехали, все хорошо. Аллаха шкур. Приехали с хорошим настроением, с боевым настроем, как обычно у нас с Катей бывает. Это привыкла так рано просыпаться? Не совсем. Но ты участница множества различных конкурсов и фестивалей, я думаю, приходилось, да? Естественно. Просыпаться рано, отправляться в дорогу, поэтому не очень сложно. Уже привыкла. Уже привыкла. Энвирага, расскажите, пожалуйста, как развивается культура и народное творчество в поселке Первомайске? Мы приехали вам с Кировского района, село Первомайское, являюсь директором Дома культуры. Культура в нашем селе очень многообразна, многонациональна. Мы проводим праздники как для православных, так и для крымских татар. К нам приезжают, хоть наше село не сильно большое, к нам приезжают с концертами ансамбль «Хорым», допустим, крымско-татарский театр. Симфоническая музыка также у нас в селе звучит. Наши концерты нашего села собирают людей не только жителей нашего села, но также жителей с других мест. Также вот в связи с рядом коронавирусных ограничений сейчас наша работа немножко поменяла свое направление. Мы стали заниматься также в онлайн-формате. У нас есть страница Дома культуры в соцсетях. И начали свои видеоконцерты, онлайн-публикации, клипы записывать, размещать. Ну, можно сказать, очень много поклонников нашего Дома культуры. Уже в районе 6 тысяч друзей. Просмотры набирают, комментарии, на что нас... Ну, но это все нас стимулирует на новые мысли, новые идеи. Еще больше развиваться. Мы работаем ради людей. Так, другими словами, если сказать, идете в ногу со временем, да? Сейчас все больше в онлайн-формате развиваются, как бы развивает свои YouTube-каналы и такое TikTok, естественно. Энвирага, расскажите, вот, ансамбль «Карагос», да, сколько лет вы на сцене и вот какие танцы ставите? Вообще, ансамбль «Карагос» — это вокально-инструментальный ансамбль, но также мы, как вы сказали, привлекаем и танцоров, совместные проекты делаем. Ансамбль «Карагос», в этом году ему исполнилось 6 лет. Вообще, Харагос — это старинное название нашего села Первомайское. Вот как бы название произошло от этого. У нас репертуар разнообразен, то есть мы играем и инструментальную музыку, играем и вокальную. Направление в первую очередь — это фольклор, крымско-татарский фольклор. А также занимаемся как эстрадой, как джазом, классические произведения. То есть, ну, разнообразно. Произведения других народов. Да, да. Бывают? Да, конечно. У нас и коллектив тоже многонационален. У нас занимаются как крымские татары, так и русские, украинцы. Катенька, расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься вокалом и как давно ты поешь в ансамбле «Карагос»? В ансамбле «Карагос» я уже пою 1 год, даже немножко больше. А как вообще у тебя появилась любовь к музыке? Кто тебе привил эту любовь? Я, когда еще была маленькая совсем, я просто напевала себе какую-то мелодию просто под нос. И меня родители решили отправить на вокал. Не пропадать талант. Заметили, да? Да. Мы знаем, что ты исполняешь песни на различных языках, да, и на крымско-татарском в том числе. Скажи, пожалуйста, как не сложно ли тебе даются песни на неродном языке? С
совсем не трудно. Если я хочу выучить эту песню, то мне все равно, на ком бы она вообще языке была бы написана. Uh-huh. А тем более в крымско-татарском языке мне помогает мой педагог. Uh-huh. Ага, Инверага в помощь, значит, да? Что мне в этой девочке нравится, эта девочка, она изначально проникает в смысл песни, а потом начинает ее разучивать. То есть я думаю, каждый певец должен знать, о чем он поет, а потом уже исполнять какой-либо. Да, конечно, потому что иногда, к сожалению, бывает такое, что исполнитель поет какую-то песню на неродном, непонятном языке, да, и, к сожалению, даже не понимает, о чем он поет. Ну, тогда просто, я не знаю, наверное, ощущается легкая какая-то нехватка интерпретации вот именно самих чувств передачи. Конечно, потому что передать эмоции можно посредством только понимания того. То есть вы сначала разбираете песню, так сказать, по полочкам раскладываете, да, с переводом, и только потом начинаете петь. Это самое главное. Да, ее смысл, перевод. Только потом уже можно исполнить ее красиво. Угу. Исполнишь нам сегодня песню на крымско-татарском языке? Давай. Я спою песню «Алтын язык». Угу. Ее поют на свадьбе девушкам. Угу. Алтын да юзуке сельмес, дедымне артарек сельмес. Куде де юз бендане сын корсем, Бириси сана бенземес. Куде де юз... Бывает, ничего страшного. Юз бендане сын корсем, Бириси сана бенземес. Савол, большое спасибо. Да, мы знаем, что голос, как правило, просыпается немножечко позже, чем исполнителей в такое время. Певцам, как правило, очень сложно петь, но мы тебя немножечко помучаем сегодня. Мы знаем, что, кроме того, ты принимала участие в конкурсе «Самая красивая девочка России». Расскажи, как ты узнала об этом конкурсе, почему решила поучаствовать и как пришла к победе? Ой, конкурс длился очень долго, он длился 4 месяца, с сентября до декабря. Угу. В нем приняли очень много человек участие, и родственники, и мои одноклассники, да. 51 тысячи человек. Да. Ничего себе. Да. И со всей России. Угу. Ну, вот, принимали все вот, и, в общем, и работники СДК Первомайска, вот. Угу. Ну, все, кто желающие вообще. Это такой конкурс, как бы на этом конкурсе смотрят не только индивидуальную красоту, индивидуальный талант, но также там как бы смотрит группа поддержки. Есть такой даже экспресс-конкурс, группа поддержки. То есть мы, в свою очередь, помогали Екатерине, поддержка, да, именно, да? Поддерживали ее, да, чем могли, как бы, и довольно-таки неплохо, как вы видите, первое место в своей номинации, это, я думаю, среди такого количества участниц, это, ну, как бы... Это только начало. Да, конечно, потому что командная работа тоже очень важна, умение работать в команде, это очень важно для каждого человека и на таких конкурсах. И вот, как сказали, что было несколько номинаций, да, ты победила, одержала победу в номинации вокала, какие этапы проходила, расскажи подробнее. Ну, первое, получается, мое гран-при, это было самое очень давно, это было в 2020 году, конкурс «Снежный ангел». Я тогда еще очень давно это было, естественно. Я не знаю, вот я пела песню «Лебединая верность». Ну, я, значит, спела ее так душевно, что покорила сердца жюри, и мне дали гран-при. Это было, не знаю, мое сердце переполнялось там гордостью, радостью. Мне очень понравилось. Угу. Это такие незабываемые ощущения, которые трудно передать. Угу. Кроме того, какие такие яркие, масштабные конкурсы, фестивали можешь вспомнить? Потому что здесь огромное количество кубков, и как ты сказала, что это еще не все. Да. Это самое главное. Это самое главное. Да. Тем более, вот еще, что нас столкнуло... Самый значимый конкурс в его творчестве. Это в 2021 году мы с ней ездили в город Москву. Она стала обладателем национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». Принимала очень большое количество вокалистов. Как бы Катя тоже исполнила песню на английском языке «Never Enough» из кинофильма «Величайший шоумен». Как бы тоже покорила сердца жюри. Мы оттуда приехали с хорошим настроением. Да, и с победой. С победой, да. Также хочется поблагодарить администрацию Кировского района. Они нам тоже как бы
помогли. И финансово, и морально помогли нам поучаствовать в этом конкурсе. Также хочется отметить Софию Денишаеву. Это, так сказать, наш близкий друг. Да, мы перед конкурсом возили. Вот Екатерина, она немножко ставила голос, помогала тоже. Да, вот. Очень помогла. Очень помогла, и мы приехали с победой. Дорога, ну мы так понимаем, что Екатерина – это гордость ансамбля «Карагоз». Ну, да, одна из звездочек. У нас как бы много талантливых людей, но вот с Екатериной мы за один год мы с ней стали победителями не только республиканских, но и международных, и всероссийских конкурсов. Как бы. Какие планы на будущее? Готовитесь ли сейчас к каким-то конкурсам или праздникам, которые будут проводиться в поселке? Естественно. Сейчас будет? Идет вперед очень много праздников. И Афганистан, и 23 февраля, 8 марта. Приготовим песни, клипы будем снимать, естественно, и конкурс скоро будет еще. Также Екатерина стала победителем, она заняла первое место в республиканском конкурсе «Дервиза». Крымско-татарском. Тоже кубок, да, вот, грамота, кубок. Лауреат первой степени. Она исполнила там песню на крымско-татарском языке «Доктор». Также жюри оценила. И вот, как видите, все, результат налицо. Катенька, мы тебя поздравляем со всеми победами. И, конечно же, тебе желаем успехов и удачи во всех твоих предстоящих конкурсах, предстоящих выступлениях. И мы уверены, что это вот это все, это далеко не последние твои победы, и что самые главные победы еще впереди. Это только начало пути. Это только начало пути, правильно. Эльнара Чохсаголна, Скельген Назачун, какие пожелания будут у вас для телезрителей? Ну, в первую очередь для телезрителей в такое время, вот, для всего мира нелегкое, да, в первую очередь хочу пожелать здоровья, это самое главное. Ну, любви, всего самого хорошего, чтоб каждый, каждый, кто задумал что-то, чтобы обязательно эти планы исполнялись, чтобы все мечты сбывались. Чохсаголна, Катюш, будут ли у тебя пожелания или приветы? Да, естественно. Кому будешь передавать привет? Маме. И папе. Это родители, которые всегда поддерживают нашу звездочку. Как зовут маму и папу? Светлана и Андрей. Светлана и Андрей, вот можно посмотреть в ту камеру, помахать маме и папе. Они наверняка сейчас тебя смотрят в прямом эфире. И мы знаем, что от тебя будет еще один музыкальный подарок. Да. Что это будет за песня? Песня «Где мы будем завтра». Угу. Ну что ж, мы с нетерпением ждем. Давай готовиться. Чохсаголна, Скельген Назачун, Хайрлы күн лертілеймізге. Сайгладаслар, Баркач, Дакадансон, Энді Екатеринаның жүрасында да бір ажайып ер яңғырай жақшымды, сен Евбеттекі қысымызны сейір етіңіз. Зачем и куда? Я все время ищу ответ. Каждому понятно, нет пути обратно. К финишу от старта идем только раз. Где мы будем завтра? В мире необъятном. Надо выбирать только здесь и сейчас. Каждому нужно. Горизонтом гаснет еще один закат. Раскрась белый флаг, мечта выбирает таки. Кто здесь не в гостях, кто в ответе за каждый миг. Каждому понятно, нет пути обратно. Финишу остаться идем только раз. Где мы будем завтра?
здесь и сейчас каждому из нас. Что ждет впереди, знай, вопреки ветра, что ты лишь силь, ты выбираешь сам. Только не потеряй, только не растеряй, слышишь, время в пустых мелочах. Ты здесь, не в гостях, ты в ответ. От старта идем только раз. Где мы будем завтра? В мире небесном. Надо выбирать только здесь и сейчас. Everybody know where the reason that you're over. To the finish from the start, we don't rewind. There is tomorrow, and this time I'll be alone.